Сегодня я хочу рассказать о том, куда же с возрастом потерялась ваша талия. Молодые, красивые были, талия была тонкая, идеальная, да, животик был плоский. А с возрастом куда-то и талия потерялась, и живот бочкой стал. А я вам расскажу такой прям фокус-покус. Вот смотрите, есть у меня талия, да, обратите внимание, красивая, плоская талия. Смотрите, я делаю такой вот обычный простой фокус. Я не надуваю сейчас живот. Я просто что делаю? Я увожу грудную клетку вперед. Помните вот эти вот надутые реберные промежутки, вот эти вот торчащие кости? Их не было, а тут внезапно они откуда-то взялись и появились. И смотрите, у меня был плоский живот. Я сейчас не надула его, я сейчас как-то не увеличила его, а я просто увела грудную клетку вперед. У меня появились вот такие вот реберные промежутки. У меня очень сильно зажалась диафрагма. Она пережата вот здесь вот. Это такая мышца, которая делит грудную и брюшную полость. И вот, пожалуйста, и талия пропала, и живот бочкой появился. И что самое важное произошло? А то, что увеличилось очень сильно внутрибрюшное давление, и у меня автоматически начинают опускаться внутренние органы вниз. Варикозы, миомы, мастопатии, застой лимфатической крови, вот это вот варикозное расширение вен, ног, внутренних органов, миомы ваши, поликистозы. Из-за чего? Из-за того, что вот здесь вот пережато полностью кровообращение верхней и нижней части тела. Что произошло? Возник ваш лордоз, возник вот этот вот кифосколиоз. Когда у вас круглая грудная клетка, выпячивание идет поясничного отдела, прогибается, идет очень сильная нагрузка на поясничные позвонки. И что происходит? Нарушение кровообращения. Помните, я вам рассказывала, если зажаты поясничные позвонки, то нарушается кровообращение всех внутренних органов. Автоматически идет опущение внутренних органов. Мы прибегаем к операциям, поднимаем внутренние органы, удаляем миомы, удаляем яичники. А нужно было просто, мои хорошие, убрать вот этот лордоз и восстановить кровообращение нижней и верхней части тела. Сколиоз нужно лечить не только для того, чтобы исправить косметический дефект, а для того, чтобы действительно спрофилактировать и предотвратить огромное количество онкологических, воспалительных и хронических заболеваний. Дело в том, что вы знаете, у меня давление всегда было очень понижено. Ага. 80 с чем-то на 50 с чем-то. Вот это мое давление. Естественно, постоянно присяду, голова кружится. На голоде у меня это все восстановилось. То есть у меня давление в норме стало. Вот. Сон нормальный стал. И самое главное у меня еще то, что я от сладкого и от мучного ушла. Вот вы знаете, вот все напрочь. Даже сама я не пеку этот хлеб, думаю, мне 100 лет не нужен этот хлеб. Ну, вы знаете, очень. У меня тазобедренный перестал болеть. Я лет 20 мучилась, я уже и хромала. Ну, было так, потому что дети на мне были, внуки как-то вот. Уже намного легче, намного легче. Головные боли раньше были ужасные. Вот я сейчас, я уже не помню, я когда на таблетки не пила. То есть вот это все. Ну, то есть как прописано, так и делаю. Умничка, специалисты вам тоже все нравятся наши. Бесподобные девочки прям вообще. Мы так и в чате все уже там общаемся. Вот. Все, я очень довольна.